Так, что у нас получается по туалету? Дерево мы не купили, не успели сегодня купить его, да? Но зато я снял опалубку, да? Опалубка у нас пойдет, которую я делал из ОСБ. Вот так вот она выглядит, да? Я снял. Тут у нас будет... подскажи, пожалуйста. Компостная куча. Будем сюда вываливать, поэтому пофигу, как она держится. Что касается основания под наш туалет, выдерживает оно хорошо, ничего нигде не треснуло. Я его побил молоточком немного. Вот спокойно стою на поддоне, никуда ничего не делось. Бетон я месил сам. Месил, конечно, пытался М300 замесить, но если тут М150, М100, уже очень хорошо. Вот так выглядит это все внутрь. Тут получается 1,40 м высота. Вот. Кстати, кому интересно, насколько эти прочные, ну вот у меня нога весит килограмм 30-40. Нормально они. Если делать довольно часто, то держат нормально, в принципе. Но я бы не стал бы какие-то сверхнесущие здания собирать из них. Либо очень-очень много бы собирал. Это все-таки профиль 0,35, а для строительства используется либо от 1,2, либо 1,5, либо 2 мм используется. В принципе, вот я тут этот покрошил молотком, то что побил. Это вот я молотком бил, если что-то хочу руками отломать, не очень оно ломается. Все довольно очень крепко смотрится по ощущениям. Еще, кстати, у меня осталось очень много. Я больше цемента добавлял, меньше этих добавлял компонентов. В любом случае, получилось очень хорошо. Жалко, что мешал вручную, поэтому получилось довольно тяжело мешать. В следующий раз буду либо миксер использовать, либо бетон-мешалку.